Всем привет! Сегодня будем готовить салат Тиффани, но я его называю виноградная лоза, потому что это более правдоподобно и более соответствует для него. Для этого нам понадобится грудинка, яйца, чернослив, вы можете взять как копченый, так и вяленый, сыр, виноград, майонез и, конечно, карри. Ставим грудинку варить. Я взяла две половинки, поскольку я буду делать два блюда, вам достаточно одной половинки. После того, как мы отварили, мы его порезали кубиками, наложили на блюдо. Можно его поджарить и добавить карри. Я карри добавила в майонез, у меня майонез домашний. Если вам интересно, как его готовить, задавайте вопросы, может быть, я сниму как-то видео. После того я взяла чернослив, порезала его на в полосочки, скажем так. Добавила чернослив, намазала все майонезом. После этого берем наши яйца и через терку добавляем также сверху. Каждый слой мы промазываем майонезом. Промазываем хорошо, чтобы салат впитался, был вкусненьким, мягеньким. После этого берем сыр, тоже натираем на терке. Сыр можно взять любой, который вам нравится. Опять же, все промазываем майонезом. После этого берем виноград. Вы можете взять любой виноград, который вы хотите. Белый, черный. Можно взять наполовину и белый, и черный. Как вам нравится. У меня виноград с косточками, поэтому мне приходится разрезать наполовину и вытаскивать косточки. Если вы взяли без косточек, то еще лучше. Вот такая красота у нас получается. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Там есть очень интересные темы, которые не рассматриваю на ютубе. И всем приятного аппетита. Пока-пока.